watch her now. We's about to get out. Oh my, oh my, oh my God. This girl straight and this girl not. Tipsy off that piece of rock, like. Ching-a-lang-lang, ching-a-lang-a-lang-lang. Jeans so tight, I can see loose change. Do your thang, thang, girl, do that thing, like. Turn pretty, pretty girls try to press each other. And the mother goes free, so ain't none but trouble. Baby, I'ma take some. Мы уже в России номер один. Я думаю, что в недалеком будущем мы будем в Европе. Конечно, покорить Америку, Канаду, это очень тяжело, это нереально практически. Но мне приятно, что уже у нас есть два клиента из Америки и один клиент из Канады. Вы говорите, доступный люкс. Доступный на сколько? Какова ценовая политика? А ценовая политика, если мы говорим в долларах, то это у нас $1000 стоит просто шикарный пуховик. И, наверное, в районе $2000 стоит очень красивый горнолыжный костюм. Это я говорю там со всеми наворотами, с огромными пуховыми воротниками и всеми. Но самое главное, что они служат очень долго. Для меня это самый главный показатель, когда ты приходишь через 10 лет в костюме Шанель, и все говорят: «Боже, как вы выглядите? Что это? О май гад! Что это такое? Что это за красота?» А ты говоришь: «Это Шанель винтаж, там лохматого такого-то года, бабушка еще завещала мне там в 905 году». А на самом деле это так и есть. И для меня это, конечно, большая работа. Не в плане того, что мне там как-то, ну, хочется что-то показать. Я хочу доказать всему миру. И это то, что мы продаемся. И то, что я вижу уже всех своих подруг, которые, в принципе, априори стараюсь ничего не дарить, чтобы они покупали, да. И вот, когда я вижу их в моей коллекции, я понимаю, что, ну, значит, собственно говоря, покупают. Значит, я все правильно делаю. Сегодня огромное количество звезд в этом зале. Как вы думаете, почему? Ради коллекции, либо ради шоу Яны Рудковской? Ради Яны. Все здесь ради Яны. Яна умеет дружить и умеет, собственно, организовывать такие мероприятия. А вы лично пришли посмотреть именно шоу или костюмы? Я пришла посмотреть и одежды в том числе, и просто поддержать Яну, потому что мы с ней дружим, и это как бы принято, что если ты с человеком приятельствуешь, то ты его поддержишь во всех его начинаниях. А у вас есть что-нибудь из коллекции Рудковской, может быть, прошлых сезонов? Нет, ничего. Почему? На прошлый сезон я была на гастролях и не смогла к ней прийти, и ничего себе не выбрала. А в принципе вообще вот зимнюю одежду чего носите? Верхнюю? Я ношу в основном пальто. Поскольку у меня не спортивный стиль, то я пуховики не ношу, но редко ношу. В основном шубы, пальто, ну, чаще это пальто с мехом. Вот так, шубы я не очень люблю из цельного куска. Если Рудковская подарит вам пуховик, измените своему стилю? Зимой, конечно, когда холодно, и я, когда одеваю те редкие моменты брюки, то я ношу пуховики. Естественно, я себе что-то присмотрю и сама попрошу Яну мне это подарить, если мне это понравится. Нам, по-моему, очень понравилась замечательная коллекция. Яна молодец. В конце выход такой с Женей, с сыном. Было очень трогательно. Да. У вас есть что-нибудь из коллекции Одри? Яна периодически делает красивые новогодние подарки. И не только. Куда обязательно входит что-то из коллекции Одри. Обижается, когда мы начинаем что-то проявлять, инициативу финансовую. Она, мой друг, очень такой давнишний, поэтому. А вы на лыжах катаетесь? Ну, я... лыжные костюмы и... А это лыжные костюмы? Ну, многие из них, да. Ну, не те, не мужчины. Я их рассматривал не как лыжный костюм, я их рассматривал как просто удобную куртку, пуховик. А девушки вообще, по-моему, да, там были пару комбезов, да, таких красивых. Шикарные. Как известно, неделя моды обычно задает тон для производителей, причем не только выпускающих брендовую одежду, но и для китайской легкой промышленности. Неважно, где вы одеваетесь, просто будьте уверены, что в следующем сезоне осень-зима 15-16 года в тренде будут пуховики сиреневого и салатового цвета. Точно такие же, как показали сегодня на коллекции дома моды «Одри».